Внутреннее пространство духовки пирамида F120 разделено на две камеры, в которых можно одновременно готовить два разных блюда, не опасаясь, что запахи смешаются. Сенсор выбора камеры находится на панели управления. Объем нижней камеры – 35 литров. Приготовление производится в режиме конвекция, а также при одновременной работе нижнего нагревателя и конвектора. Объем верхней камеры – 32 литра. Доступный режим конвекция, одновременная работа конвектора и верхнего нагревателя, а также большой гриль. Для каждой камеры отдельно устанавливаются режим, температура и длительность приготовления. Освещение также раздельное. Одновременное приготовление двух блюд позволяет сэкономить не только время, но и электроэнергию. Важно правильно установить разделительную полку. Разделитель устанавливается на третий уровень. Когда штыри на торце совпадут с пазами на задней стенке, раздается двойной звуковой сигнал. При необходимости можно воспользоваться только одной из камер или, наоборот, убрать разделительную полку и готовить в большом 67-литровом духовом шкафу. В режиме единой камеры доступны такие функции: двойная конвекция, большой и малый гриль, одновременная работа верхнего и нижнего нагревателя, размораживание и другие. При готовке без разделительной полки можно использовать электрический вертел, рамка которого устанавливается на третий уровень, а также термощуп. Разъем для термощупа расположен в верхнем левом углу. При подключении на дисплее загорится индикатор. Датчик погружается в блюдо до начала процесса приготовления. Когда температура внутри блюда достигнет заданного уровня, термощуп выключит духовку. Прибор позволяет постоянно следить за изменениями температуры внутри готовящегося продукта. Еще одна полезная функция – отложенный старт. После того, как будут выбраны длительность приготовления и время выключения, духовой шкаф сам рассчитывает необходимость отложенного старта, исходя из введенных данных. Чтобы избежать случайного переключения опций, сенсорную панель можно блокировать. Боковые и задние стенки духового шкафа пирамида F120 защищены каталитическими панелями, покрытыми специальной эмалью. Эмаль представляет собой темный шершавый материал, в порах которого оседают капли жира и частицы еды и расщепляются благодаря ускоренному процессу окисления на сажу и воду. Процесс самоочистки происходит непосредственно во время приготовления какого-либо блюда при температуре выше 200 градусов по Цельсию.